Добрый вечер, друзья. Спасибо, что мы еще ничего не сыграли, а вы уже хлопаете. Сегодня вас не так много. О, спасибо, да, да, это всегда приятно. Вас не так много, но все же больше, чем нас. Это уже хорошо. И учитывая то, что все-таки джаз считается музыкой элитарной, то сегодня собралась элита. Я вас с этим поздравляю. Похлопайте себе, пожалуйста. И что хочется сказать? Леша, о, Леша хотел меня уже прикрыть. А, наступила осень, это всем понятно, небольшая грустинка. Хочется прочитать стихи, но времени нету. А, хочется какой-то сказки, наверное, мне в частности. Я с детства люблю сказки. Надеюсь, вы тоже и ваши дети. И мы попробуем с самого начала унести вас своими скромными средствами в сказку. И сыграем композицию, такое, собственно, двухчастное произведение. Состоит из двух композиций. Это сказка и небылица. Thank you.
Антон Ревнюк играет сегодня на бас-гитарах. Антон уже ушел в такие высокие пространства музыкальные. Раньше он играл на бас-гитаре и контрабасе, теперь он играет и на бас-гитаре и бас-гитаре. Это большая редкость. Не буду шутить больше. Кстати, я понимаю, что мы, может быть, еще друг друга немножечко стесняемся. Не будем стесняться, если вдруг у вас возникнет желание вскрикнуть «А» или «О». Например, когда Игнат играет, у меня часто возникает такое желание. Не стесняйтесь, ну и также хлопайте, потому что это для нас. И да, Игнат хочет, чтобы к нему поближе сели.
Если вдруг у вас желание поближе, пожалуйста, Игнат ждет. Мы продолжим с воспоминаниями о лете. Я надеюсь, что многие из вас были на море. Мы все-таки были на море. Это всегда незабываемо, всегда по-новому. И так жалко, что вот приходится уезжать от моря, так как мы вот в Москве не живем рядом с морем. Поэтому я решил эгоистично сам для себя написать такую композицию, которая называется «Море». Thank you.
Игнат Кравцов. Антон Рябинин. Fender Precision Bass. И это была композиция, которая называлась «Забытая песня». Сейчас мы сыграем вещь, которую написал Антон. Игнат может постепенно внедряться с современным грувом. Может, я хочу рэп почитать сейчас. Композиция Антона, которая называется «Если у тебя есть мечта». Thank you.
Thank you.
всегда очень рад играть на аккордеоне, он всегда убирает стеснение из зала. Эта композиция называлась «Плясовая». И мы продолжим с композицией, вдохновленной музыкой Аргентины, в частности танго. Но мы не можем просто так сыграть танго, нам нужно что-то с ним сделать. Композиция называется «Рваная танго». Thank you.
посвящается невинно умершему комару, но барабане. И мы продолжим с композицией, которая, надеюсь, охладит в первую очередь нас, разгоряченных после танго. Очень вдумчивая, вдумчивая вещь, которую написал вдумчивый Антон, называется «Мыслитель». Thank you.
был Василий Антона Рыбака. Сейчас мы сыграем композицию, которую я специально написал для Антона. Так бывает, что я вдохновляюсь людьми, пишу специально для них музыку. Антон Ремнюк и композиция для Антона. Thank you.
это была композиция для Антона и Антона Ревнюк. Игнат Кравцов. Ну, я чувствую, вы уже устали. Это домой. Рабочий день, я понимаю. Поэтому сыграем последнюю вещь. И чтобы вам хорошо спалось, эта вещь более роковая, конечно. Нас это никогда не пугает. Даже наоборот, всегда заводит. И эта композиция не наша, но мы ее полюбили точно так же, как свою собственную. Композиция принадлежит Перу. Стинга называется «Message in a Bottle». Игнат Кравцов! Thank you.
сцены. Каждый из вас для нас ценен, для нас любим. Ждем вас еще. Спасибо большое.